Ольга Серебкина поделилась новыми фото со своей тайной свадьбы с крупным грузинским бизнесменом. Осенью прошлого года стало известно, что 36-летняя экс-участница группы «Серебро», а ныне сольная артистка Ольга Серябкина, вышла замуж за своего бывшего концертного директора и сына крупного грузинского бизнесмена, 33-летнего Георгия Начкебью. Само торжество прошло в пригороде Вены еще до начала эпидемии. Однако рассказать об этом прессе Серябкина решила только через какое-то время. Эксклюзивными снимками со свадьбы Ольга тогда поделилась только с журналом Vogue, после чего больше не опубликовала в своем инстаграме фото с мужем. Однако несколько часов назад по просьбе одного из своих подписчиков певица показала в сторис ранее не опубликованные кадры с тайного праздника. На этих снимках Серябкина позирует в двух праздничных нарядах, в классическом подвенечном платье с длинным кружевом и фатой, и в атласном платье в белом стиле. В сторис Ольга также призналась, что сейчас они с мужем заняты строительством семейного дома. По словам Серябкиной, этот процесс очень долгий и утомительный. Например, недавно пара заказала окна, которые им нужно будет ждать 2 месяца. И за это время придется приостановить стройку. Певица также выразила надежду, что в следующем году они с Георгием наконец смогут заехать в свой новый дом. Ольга Серябкина и Георгий Начкебия были знакомы много лет, однако по-настоящему сблизились только после ухода певицы с лейбла Максима Фадеева «Мальфа» в 2019 году. Серябкина утверждает, что ее возлюбленный не любит публичности и занимается проектами в самых разных сферах, от шоу-бизнеса до высоких технологий. Больше 10 лет Начкебея проживал в Вене и считает этот город своей второй родиной. Именно поэтому свою свадьбу пара решила сыграть в Австрии. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии под видео. А также жмите на колокольчик и получайте уведомления о наших новых видео. Впереди еще много интересного. Благодарим, что вы с нами.